Так, час в радость. Для чего нужен диоптр? У меня 3 киловатта ТЭН и 2 конфорки. Это в суммарности где-то 6 киловатт получается. Но я сбавил сейчас до 120. С 220 до 120 это получается где-то 1,5 киловатта здесь и 2 конфорки. Ну это... Вот смотрите, я поставил диоптр. И мы смотрим, чтобы если добавлю, то начнет пена. Вот она. Из куба лезть. Она нам не нужна. Поэтому мы уменьшаем. И все у нас здесь стабилизируется. Когда говорят, один поворот, второй холодильник, это неправильно. Правильно надо ставить сюда диоптр. Чтобы вы видели, идет у вас заброс с куба пены или не идет. Чтобы сбавить или газ, или ТЭН. На чем вы там варите, на индукции, там неважно. Скорость отбора вот такая. На полном, на 3 киловаттах и 2 конфорках я замерял 5 минут литр. Сейчас, ну, думаю, где-то 8-10 минут литр. Ну, чуть уменьшилась скорость отбора. Но теперь вы поняли, для чего нужен диоптер на первом перегоне. Браги, спирт, сырец. Все. Всего доброго всем. С вами был Себастьян Пареро. Торговец черным деревом. Пишите до востребования.